здесь соединяется фольклор с современным искусством балета. Я считаю, что это самое главное. Мы не должны, несмотря на время, забывать каждая нация свои фольклорные движения. Здесь очень хорошо сочетается и народная музыка, и национальная тема. Лязги – это один из столпов национальных танцев. И мне кажется, что вот здесь на сцене театра имени Алишера Наваи такие эксперименты как раз приветствуются. Мне кажется, что таким образом можно найти какой-то новый свой язык. Лязги. Наверное, впервые происходит такая коллаборация contemporary, то есть современного балетного искусства и фольклорного танца, потому что без фольклора постановка не обошлась. Уникальность этого проекта в том, что здесь работала совершенно интернациональная команда, то есть балетмейстер-хореограф из Германии, сценография от Японии, звук, свет – это Англия, это тоже Германия, и, естественно, балетная труппа Узбекистана. Такого не было никогда.